Ежедневно сотрудники ульяновской полиции и рыбнадзора проводят рейды. В рамках операции «Экология» с апреля было выявлено более 100 административных правонарушений. Наиболее распространенное правонарушение – это ловля в запретный период с лодки и с использованием рыболовного костюма. Составляется административное правонарушение по статье 837 Кодекса об административных правонарушениях. Вот, и, соответственно, люди привлекаются к административной ответственности. Небольшие нарушения для ульяновцев опасны штрафами до 5000 рублей с конфискацией судна и орудий добычи. Также правонарушением будет ловля рыбы на непредусмотренные запретами орудия, например, сети, и нахождение с ними на водоемах и территориях менее 500 метров от берега. В некоторых случаях незаконная ловля рыбы может обернуться лишением свободы. К сожалению, в Ульяновской области с начала сезона уже появились подозреваемые в браконьерстве. Сотрудниками полиции было возбуждено 30 уголовных дел по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса «Незаконная добыча, вылов водных биологических ресурсов». На данный момент в суд направлено 13 уголовных дел. Наряду с запретами общего характера установлены дополнительные ограничения в отношении определенных пород рыбы. Например, до 10 июня запрещен вылов леща, а до 15 июня – сазана во всех водоемах Ульяновской области любыми орудиями. А добыча стерляди в реке Сура запрещена круглогодично. Юлия Адамова, Улправда ТВ.